И пляж тут тоже, конечно, еще только предстоит убирать, все в палках. А тут кто-то потрошил рапаны. Здравствуйте, друзья! 14 февраля 2020 года, пляж Кристалл. Давно я тут не был. Прошли сильные штормы, и это видно по состоянию берега. Но, правда, тут уже коммунальные службы поработали. Видно хорошо, что работали трактора, техника ходила, собирала мусор. И вот там виден трактор с граблями. Сейчас я его приближу, посмотрим, как работает зум. Снимаю на новую камеру. Заодно проверяем стабилизацию, снимаю с рук. Всем хороша камера. Единственное, что неудобно, расположена кнопка паузы. Палок тут много валяется. Волны были сильные и доходили вот до этих скамеек. А вот и трактор приближается. Трактор сгребает в кучу вынесенные палки. Кстати, для всяких поделок очень много материала вот в этих кучах. И мне, кстати, тоже нужны некоторые палочки.
а там лежит труп дельфина, но не буду показывать. Это неприятное зрелище. А тут кто-то потрошил рапаны. Любители есть такие, такого деликатеса. Видимо, тут вот сели, насобирали и вот их тут потрошили. А вот кусок пемзы, тоже хорошая штука. Пятки чистить. Собирал палочек, много палочек, старался такие ровные, гладкие, белые выбирать, буду делать из них рамки. Ну а сам пляж, это у нас Технополис Эра, я показал, и пляж тут тоже, конечно, еще только предстоит убирать, все в палках, в коре, в мелких осколках. Ну а волны еще не унимаются.